Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Салют, друзья, это Артемий Троицкий. И 305-й выпуск радиопрограммы и подкаста «Музыка на свободе». Сегодняшние наши герои — это малоизвестные группы манчестерской новой волны самого конца 70-х, самого начала 80-х годов. Ну а начнем мы с очень популярной в 90-е годы бельгийской группы «Deus». Это ансамбль антверпенский, который был организован в 91-м году, дебютировал своей знаменитой пластинкой в 94-м году и на протяжении всех 90-х годов был, в общем-то, одним из самых популярных, известных и, в общем-то, лучших тоже континентальных европейских ансамблей. Потом он развалился. Руди Труве, один из лидеров, создал группы «Kiss My Jazz», «Горслот». Другой участник «Deus» Стеф Камиль Карлинс организовал группу «Зита Свун», которая, кстати, до сих пор, по-моему, существует. Ну, а Том Барман надолго затих, но вот не так давно выпустил уже 8-й альбом. И первый альбом за 11 лет, то есть 2012 года. Альбом называется «How to replace it», «Как это заменить». Слушаем песню «Must have been new», «Должен был быть новый». Story.
Том Барман и его трое новых соратников по группе Deus и их альбом «How to Replace It». Ленка Лихтенберг родилась в Праге, в Чехословакии. В 80-е годы перебралась в Канаду, с тех пор живет там и записывает самую разную музыку, но в основном еврейские песни на языке идиш, ну и на иврите тоже, а также по-чешски, а также, разумеется, и на английском языке тоже. Последний альбом Ленки Лихтенберг называется «Thieves of Dreams», «Злодеи сну», то есть «Похитители снов» или «Похитители грез». И это песня на стихи еврейской поэтессы Анны Ханны Фризловой, которая с 1942 по 1945 год, 4 года, провела в концлагере Терезин, но, к счастью, выжила. И вот там она писала стихи, на эти самые лагерные стихи. На эту лирику Ленка Лихтенберг написала музыку. Да, кстати, Анна Ханна Фрислова дожила аж до 86 лет, умерла в 1987 году. Слушаем песню «Кам смето зашли», «Куда же это мы пришли?» Страцені, вічні спасені, за ноці найтмавших на сонце пам'ятуй, пам'ятуй, кам сме то кам зайшли, кам сме то зайшли, где є, где Pamatuj, pamatuj, jen v lásce život náš, život náš pramení. Ленка Лихтенберг и ее альбом «Похитители грез». Jive Turkeys – это американская инструментальная группа из города Оксфорда в штате Огайо. Я так думаю, в штатах имеется не менее 20 городов и городков под названием Оксфорд. Вот эти из огайского Оксфорда. Лидер группы – органист Мэтт Амберги. И вышел их дебютный альбом в очень близком мне стиле, такой инструментальной соул-музыки. Называется альбом «Bread and Butter» — «Хлеб с маслом». Слушаем пьесу «Soul High». Thank you.
The Jive Turkeys, штата Огайо, альбом Bread and Butter. Надеемся, не последний у этой дебютирующей группы. Энеида Марта, следующая наша героиня, она из Гвинеи-Бисау. Ну, естественно, это бывшая португальская колония, поэтому португальские музыкальные традиции, в частности, фаду, там присутствуют. Ну, и можно сравнить Энеиду Марту также с совсем известной босоногой дивой с островов Зеленого мыса. Если кабо-вердийский стиль называется «морна», то как называется стиль Энеиды Марты, я точно не знаю. В любом случае, шестой альбом вышел у Энеиды Марты, называется он «Family», и слушаем с него песенку «Зумби». Babu cedo feliz, o tem que seguir o sonho. Babu vence na vida, onde há caminho pra tudo. Sei o aí, lantabu firma babo. Babu disse a ninguém pai fintão. Orgulho na bobo tené, quila que bom. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi, eh. Zumbi, zumbi, zumbi. Oh, oh. Sonho morri, acabo de sair. Sonho morri, sonho calou, acabo de sair. Sonho morri, acabo de sair. Sonho morri, sonho calou. Firmaria ante na luta, na puma e na bupensa na pupa. Vitória de vida e na luta, luta, luta. Sou firma diante na luta, capo mãe na mo pensa na pupa. Vitória de vida e na luta, luta, luta. Zumbi, 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 yeah. Zumbi, 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 oh, 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 oh. Com a bom, se sentindo fala, segue o corso. Força com fé, firma chão, suma colom. Subi o chaco, codo, codo, codo. Dinheiro e tudo, tudo, tudo. Tá perdendo isso, tudo, tudo, tudo. Энеида Марта из Гвинеи-Бисау, альбом «Family». Ну а теперь, собственно, наши хедлайнеры группы из Манчестера. Значит, отталкиваюсь я от большого такого бокса-сборника, который называется «Keeping Control Independent Music from Manchester 1977-1981». Но манчестерская сцена того времени, она знаменита и легендарна и так далее, дала мировой рок-музыке, ну, во-первых, мегакультовую группу «Joy Division», впоследствии, разумеется, и New Order, а также The Fall Марка и Смита, которые были уже нашими героями,
а также Buzzcocks, Magazine, Certain Ratio, Label Factory Records и многое-многое другое. Но я решил не касаться вот всех этих известных групп, а выудил из этого тройного сборника только малоизвестное или совсем неизвестное, но при этом, как мне кажется, вполне заслуживающее внимание группы. Итак, первая из них называется Manicured Noise, наманикюренный шум. Группа, которая выпустила всего два сингла. Один из них вышел в феврале 80-го года, и это была песня «Метроном». Manicured Noise, метроном, сингл 80-го года. Лидер группы, кстати говоря, не манчестерец, а лондонец, но остальные там все были из Манчестера. Стив Уолш звали лидера этой группы, и играл он до Manicured Noise в такой легендарной команде под названием Flowers of Romance, где, в числе прочих, играл и Сид Вишиус, да, будущий бас-гитарист Sex Pistols. Но поехали дальше. «Мисс Кейт» — это чисто девичья группа, которую выпустили одну единственную сорокопяточку в ноябре 79-го года. Группа совершенно не характерная для манчестерской панковой и постпанковой сцены. Скорее, это такой фолк-свинг, скрипочка солирует и так далее. Выпустили они один сингл, песню «Ebony Eyes». Вот ее мы и послушаем. Have you seen that man in the corner? I'd like to make him change his ways. 'Cause if I had my way with you, baby, I would be changing your life today. Your eyes have been dreaming
Miss Kate, девичья группа из Манчестера, песня Ebony Eyes. После этого группа исчезла с горизонта напрочь. Следующий коллектив называется, смешное название, Vibrant Thigh, то есть вибрирующее бедро. Эта группа уже такого достаточно ноу-вейвового, скорее, плана, играет такую элегантную электронную новую волну, немного напомнили мне по стилю Tuxedo Moon. У них вообще пластинок не выходило, имеется единственная их запись на компиляции, которая называется Unzipping the Abstract, то есть вскрывая абстрактное. Вышла эта компиляция в апреле 80-го года, и вот там вот вибрирующее бедро представлено с песней Walking Away. Vibrant Thigh, Walking Away. Еще одна группа, которая отметилась всего-навсего одним сингликом, он вышел в июле 79 года, это группа 48 Chairs, 48 стульев. Лидер группы, гитарист довольно известной манчестерской команды Альберто и Лос Триос Параноиас по имени Си Пи Ли. И, кроме того, в ней играл знаменитый саксофонист, который много очень где отметился, Лол Коксхилл. И это редкий случай инструментальной музыки. Я бы сказал, что это такой панк-джаз, тем более вы услышите там всякие взрывы хохота и так далее. Очень смешной трек. Называется, кстати говоря, «Psycho Sluts», то есть «Психошлюхи». We'll be right back.
48 Chairs и психошлюхи. Июль 79 года, город Манчестер. Наверное, лидером манчестерской такой вот радикальной экспериментальной сцены был человек по имени Фрэнк Эвард. Он организовал даже целое такое движение под названием MMC, Manchester Musicians Collective, которое объединило различные группы экспериментального направления. Собственная группа Фрэнка Эверта называлась Manchester Mikon. Mikon — это такой популярный на Западе персонаж комиксов, такой яйцеголовый злодей. Ну и они играли такой авангардный рок, слегка напоминающий The Residents даже, с элементами импровизационной музыки, электроники, всяческой такой левой индустриальщины и так далее. Вот послушаем с компиляции опять же Unzipping the Abstract трек Manchester Mikon под названием Must Have More Wheels. Должно было быть больше колес. Manchester Mikon, трек с компиляцией Unzipping the Abstract. К тому же объединению Manchester Musicians Collective, MMC, принадлежала и группа The Leaguers. Это были три
девушки, в общем-то, можно сказать, вокальная девичья группа. Сопровождали, кстати, ее те же манчестерские меконы. У них не вышло ни одной пластинки, записали они только одну демо-песенку. И песенка очень милая, называется «Recorded or Live» — «Записано или живьем». Лигерс, но это уже такой девичий панк-фанк, напоминает немного X-Ray Specs и так далее. Recorded or Live называлась эта песня. Ну и закончим мы знакомство с интереснейшим сборником Keeping Control Independent Music from Manchester 7781. Записью группы чуточку более известной, но тоже уже основательно забытой, The Mothmen. «Люди-мотыльки», группа, в которую вошли бывшие участники Друси Колом, Винни Райли, а также уже упомянутых мною Альберто и Лос Триос Параноис. Они выпустили два лонгплея на известном регги-даб-лейбле On You Sound. А в дальнейшем участники Mothmen вошли в состав хитовой группы, которую вы прекрасно знаете, а именно Simply Red. Ну, а сейчас мы послушаем в исполнении Mothmen песенку «Temptation», вышла на сингле в октябре 81 года.
The Mothman из Манчестера, «Искушение», октябрь 81 года. И на этом мы покидаем Британию и переносимся в город Брно, где имеется, я надеюсь, известная и памятная вам группа «Кветы». Очень мне нравится эта группа Мартина Кишперского. Так вот, Кишперский вместе с барабанщиком и мультиинструменталистом, и басистом «Цветов», потому что «Кветы» по-чешски — это «Цветы», по имени Али Шпилгер записал дуэтный альбом, он так и называется «Дуо». Надо сказать, что альбом замечательный. В общем-то, там они себе позволили всякие экспериментики такие, которые в «Кветах», может быть, им и не сошли бы с рук. Слушаем песню «Демони панелаку», то есть «Демоны панельных домов». Sletěl do kanálu, i kdyby tě neroztrhali kočky, i kdyby si přežil setkání s pošťačkou, i kdyby tě neproklel důchodce, i kdyby tě nevtáhla oblaka smutku, anebo to, co lítá z fabrika výzvuků. Мартин Кишперский и Али Шпилгер, альбом «До демоны панельных домов», называлась эта песня. «Deep Valley». «Deep Valley» из Лос-Анджелеса. Это такое очень отвязное американское девичье дуо в составе Линдси Трой и Джули Эдвардс. Они выпустили уже свой четвертый альбом. Называется альбом «Marriage». И помимо дуэта Линдзи и Джули, там присутствуют некоторые известные еще артистки, в частности, Пичес, о которой давненько уже ничего не было слышно, Кейти Тернстал и так далее. Я, правда, выбрал песню без них. Называется она просто «Феникс». Причем имеется в виду не кошмарный американский город «Феникс», а имеется в виду возрождающаяся птица «Феникс».
Deep Valley и их четвертый альбом Marriage. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением ангольского артиста. Зовут его Педро Кокенао, псевдоним Батида. Он диджей, электронщик, живет, как написано, на конверте где-то между ангольской Луандой и португальским Лиссабоном, также различными бразильскими городами, но, в общем-то, португальский язык, тем не менее, повсюду присутствует, и выпустил уже четвертый свой сольный альбом, называется «Neon Colonialismo», «Неоновый колониализм», с которого я выбрал трек «Сеньор Мандао», где Батиде аккомпанирует рэпер Икона Класта и известный бразилец диджей Долорес. На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо. И до следующей недели не забудьте подписаться на подкаст. Me perdoa a ousadia, tiras o meu pulmão. Asfixia da Angola, sico com azia, concessão. Dessa porção de vida, um cirurgião. Sem paixão nem mestria, é feio estrago, desesperado, grito alto sem ser ouvido. E agora, claro que esse é o tráfico de órgãos mais lucrativo. Índio vem, a cidade é linchada. Cara pálida vai no mato, entra logo desbastando. É justiça da maioria de egoístas, expectativas, querem todas regalias. Só porque vão votando. A culpa nunca tem só um sentido. Fica adulto ouvindo, olha antes para o teu umbigo. Onde preocupa o fim, mas queres seguir consumindo. E assim produzes lixo, cais num ciclo repetitivo. De quem fala litros e não faz nenhum cochito. E porquê que em vez de fugir da responsa e de fingir inocente, não juntamos forças já imediatamente para quebrar a corrente dessa gente má indecente. Aqui deito a semente com desejo inocente que ela desabroche no teu consciente. Se a Amazônia for com o caralho, tudo vai se fuder. Eu não quero estar por cá quando isso suceder. Quando a mãe natureza perde as estribeiras, não há gentileza, pois não há gente isenta. Todas as lágrimas do mundo não alteram nossa sentença. É preciso mandar o grito. Urgente foi ontem, hoje é imperativo. Temos de ser competentes na missão imponente de cunhas e dentes. Vi salvar os nossos filhos, salvar os nossos filhos. Temos de ser competentes na missão imponente de cunhas e dentes. Vi salvar os nossos filhos, salvar os nossos filhos, salvar os nossos filhos. Hoje é imperativo, vi salvar os nossos filhos. Bora ser contundentes para salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos, salvar os nossos filhos. Assim da mãe natureza, né? Porque pra nós assim a gente é um só.